Ну что, дорогие мои друзья, все мы сидим на домашнем, вот, я приехал за город, банька, бассейн, шашлычки, все в домашнем кругу, ну, как говорится, нужно радоваться тому, чему что есть, и ничего страшного, что мы посидим все дома, вот, ну, я еще, конечно, планирую там покататься на скутере, по лесам, по полям, вот, ну и может рыбку половить, ну короче, займусь полезными делами. Также планирую выйти в прямой эфир, и совсем скоро, кстати, я начну рассказывать про самое красивое лицо мира, вот, так как по многочисленным заявочкам все хотят знать, кто это, вот, и кто помогал, скажем так, реализовать и показать самое красивое лицо мира. Ну и еще, а также я не только расскажу, но и покажу самое красивое лицо мира, поэтому ждите совсем скоро. Вот. Вы об этом узнаете. Что касается прямого эфира, выйду в прямой эфир, буду выходить в прямой эфир. Вот, давайте с вами договоримся так. С кем бы вы хотели бы совместный прямой эфир? Может, кто-то бы хотел со мной совместный эфир прямой провести? И на какие темы? Вот, пишите мне в директ все ваши вопросы, все желающие тоже, которые хотят поучаствовать в прямом эфире, все пишите, обсудим. И, собственно, ну, как говорится, все сделаем, все оформим, чтобы людям и моим любимым подписчикам было интересно, вот, сидеть на карантине дома и смотреть нас. Поэтому welcome, принимаю заявочки. Вот. Вот так вот. А я, собственно, на природе отдыхаю. Эй, тиктоники. Ты кого там снимаешь? Егор. Алена! Слышишь? Мама, я не успел. Я не устаю. Все, хватит. Все. Кино закончилось. Стоп-кадр, 3:15. Закрой дверь. Да хватит меня постоянно вот об этом говорить.